Снова здравствуйте, это вновь Шовель Найто. Короче, проблем никаких не создавай, пожалуйста, Нига. Ты больше похож на врага. Да, опять же, если вы захотите, я потом сменю, собственно, как называется, на русский язык. Потому что мне это, в общем-то, не проблема. Wait, what? А, у тебя можно музыку слушать. Не-не-не-не-не, включи музыку, которая должна быть здесь. Please. Вот это. Да, окей. Потому что я не думаю, что в этой игре важна история. Но в то же время мало ли, мало ли. Окей. Это, собственно, увеличивает максимальное количество HP. Правильно? А, да, вот, собственно. Окей. Сколько? 1000? Пойдет. Да. Е-е-е-е! Ачивка. Ну, собственно, у нас теперь... Стоп. А, мы тебе даем, собственно, правильно? Эй! На, держи. Окей. Найс. Плиц. Е-е-е! Я не понял, что это было, но что-то я съел. Не-не-не-не. Так, а у тебя как что-то покупать? А, кажется, нам... А, да, окей. Нам нужно что-то находить для этого дела, я так понял. Так, в чем суть? Бла-бла-бла-бла, welcome. Spectre Knight. Конечно. Как скажешь. Окей, возможно, мы потом на русский поставим, действительно. Может быть, так будет комфортнее. О, да, здесь же вайфу сидит, точно, я помню. Бла-бла-бла. What? Чего? Что я делаю? Не очень понимаю. What? Короче, неожиданно я попал в мини-игру по какой-то причине. Я гений. Возможно, я лучший игрок в эту игру. Еще не уверен. Почему я здесь нахожусь вообще? Почему я играю в мини-игру? Окей. Please. Help! Пожалуйста. Прекрати это мучение. Эй, 160. Наверное, это не очень. О! Эй! Найс! Я молодец, кажется. Я, во всяком случае, я чифку получил, не знаю. Справа что-нибудь есть? Есть, окей. Какая-то жаба. Чего? Чего? Кто? Короче, какого-то короля он там, бла-бла-бла. А что мне дает-то? Ну, я так понимаю, для как раз этого, для магии, правильно? Ну да, наверное, купи, я не знаю. Vessel for Storm Mythical, but where to find it? А! Наверное, второй, раз уж есть возможность, правильно? Значит, как-то мы можем это использовать. Мистическое что-то. Я не знаю, что это за слово, если честно. Честно скажу. Инкер. Хрен знает. Инчер? Инкер? Эй, blue guy, окей. У меня денег нет. Можем купить удочку, а сферу купим потом. Ага. А в чем? Наверное, для чего-то используется потом, окей. Наверное, пока лучше сменить на... Ладно, хрен с ним, разберемся. Мы, кстати, потратили только что всю магию, так что я молодец. Но если что-то мне нужно знать, вы мне напишите просто. Если что-то важное. О, 4500! У меня нет таких денег. Плиз. О, боже. Ты что скажешь? Да-да, я Шовель Найт. Эй, здесь пусто. Плиз.
А, да, насколько я помню, она может помочь с кое-с чем. Давай, только ты это, вправо иди, пожалуйста. Спасибо. И спасибо. Ну как? Потому что я помню, что здесь секрет был. Беп. Да, окей. Как... Эй! Что за лошади? King Knight или Specter Knight? Наверное, на King Knight. А это Triple Pound, Triple... Помню, что здесь какой-то хрен. Какая-то рыба странная, да. Если это рыба вообще. Hello? Что скажешь? Помоги мне, наверное. Короче, он чем-то магическим может как раз наполнить. Восстанавливает все HP и магию. На 10 секунд неуязвимость. Или этот, собственно, притягивать сокровище на 60 секунд вокруг. Не, давай лучше вот это. Да. Вторая. Не знаю. Наверное, неуязвимость. Не-не, давай тоже HP. На всякий случай. Okay. Что вообще за существо? Это страшно. Эти глаза. Okay. Я не заказывал танцы, но хорошо. Долго будешь заниматься фигней? Окей. Долго тренировались, прежде чем кто-то к вам сюда пришел. Вау, окей. Начинаю жалеть. Please? Help! Что с твоим лицом? Окей. Удачи, в общем-то. О, ачивка, опять же. Ну, это было странно. Пока. Окей. Ну, полагай сюда. It's shoveling time. Интересная гамма цветовая. О, да, здесь вот музыка классная, я помню. На всякий случай влево, чтобы не отлетело чего. Вниз. Дай мне золото. Камушки и так далее. Плиз. Бип. Бип. Там мог быть секрет. Но, скорее всего, его там нет. Слева в стенке. Даже проверять не хочу. Боп. О, окей. Значит, вы респавнитесь. Ух, если я с экрана ухожу. Ну, короче, классическая фишка. Вау, молодец. Бип. Окей. Там что-то... А, может быть, как раз это здесь и нужно уточку использовать? Потому что я не вижу никакого другого способа пока что в нашем распоряжении. Сейчас посмотрим. Может и нет. О, да-да-да-да. Wait, а? Может, мне нужно нажать на что-то? Да, окей, мне нужно было нажать просто на действие. Ну-ка. Теперь мы знаем, для чего уточка. Крысы на вертолетах? Ну-ка. Ну, не вертолетах. Пропеллерах, как хотите. Ну, вы наверняка хотите правильно, поэтому да, пропеллеры. Плиз. Налево можно? Нет, ну-ка. Та-там-там-там-там-там-та-гадам. Хреново то, что наверх атаковать нельзя. В смысле, это такой дизайн, просто так хочется вверх долбануть. В чем суть твоя? Так, мы особо не умеем пригибаться, поэтому... Ха-ха, fuck you. Может быть, за это ачивка есть? Нет. В всяком случае, не за одного врага. Это точно. Бэп, плиз. Физон. Мэп-па-дау. Так, это первый сейвпоинт. Ну, не сейвпоинт, а чекпоинт, простите. Попутал терминологию. Бэп-бэп-бэп-бэп-бэп. О, окей, ты живой. Ага, Dark Souls, ладно. Так, сколько у тебя HP? Завязывай. Ну ты и золото неплохо даешь, окей. Ха-ха. Я профессионал в этих играх, поэтому
Не удивляйтесь. Шевру много. А! Еп. Окей, запрыгнуть туда нельзя. В всяком случае, пока что. Как вообще прыжок отличается? Отличается. Сколько удерживаю? Окей. Еп. Нам налево, понимаю. Угнить страшно. Окей. Если вам понравился этот эпизод, поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, потому что помогает продвижению канала. И да, до встречи.